После сильных ливневых дождей специалисты учреждения Касселя защиты предупредили, что 5 районов области отмечены на карте возможного схода селевых потоков. С мая текущего года были взяты под контроль 18 рек, которые могут стать причиной наводнения в горной местности. На 18 реках расположено около 140 опасных участков. Следует сказать, что резкое повышение температуры воздуха может представлять опасность. То есть из-за температурного фона, продолжительных ливневых дождей, возможно возникновение природной ситуации.